Я в хорроры вообще-то не играю. Ладно, все, начинаем, давайте. Отличная картина. Вспышку не испортишь. Да, я не думаю. Это же диод, что с ним станется-то? Как открывать? Голожопый младенец. Да. Вот он. А приодеться можно? Нет, нельзя. Вообще, я как бы знаю, что это хоррор, но я... Жуть, но со мной кошка. Повезло тебе. Повезло, когда есть кошка. Еще так, знаешь, дверь поскрипывает. Стрёмно так. Во. Дорогой сэр. Не буду читать. О, уважаемый господин, просим вас прекратить. Так, так, так. Прошу вас, примите к сведению, что это письмо последнее предупреждение. В противном случае следующее полученное письмо будет от наших адвокатов. Понятно. Под картиной книжка. Давайте без спойлеров, кстати. Постараемся. Ты играл в хоррор, тем рушить более атмосферу. Давайте без спойлеров. Кто-то запел. Это просто вода. Я буду повторять себе, это просто вода. Это просто вода. Так, какое-то белье. О, вот тут может быть что-то интересное. Нет. Закрыто. Ага. А ключика нет? Ну... А самый нижний ящик? Окей. Так. Темно тут, блин. Little Winnie and Partners. О, свет врубил. Окей. Это просто какие-то звуки. О, мышеловка. Окей. Пустая. Не знаю, как приседать. И можно ли вообще тут приседать. Какая-то разруха на самом деле вокруг. Ну да. Сэр, я не заходила. Ну ладно, короче, эту всякую хрень не читать как-то неохота. О, в подвал! О, свет включил. Это лайт, короче, тут крыса. Пока не страшно, пока, да? Пока вообще не страшно. Пока вот вообще не страшно. Да я вот этого... Вот я вот самое главное-то боюсь, что как раз вы со мной. Как бы. Все же знают, что у нас сегодня день пугающего доната. Табель успеваемости. Это неинтересно. К этому кого-то успеваемости. Прыгать нельзя. Так. О! Уже хорошо. Куча кукол. Как будто они из картины все повываливались. Знаешь, вот такое вот скопление кукол меня всегда пугало. Да? Знаешь, эти вот старые куклы, они на самом деле какие-то криповые. Жуткие. Блин, вот дальше что-то как-то темновато.
Фу, закрыто, слава богу. Закрыто и слава богу. Все, ухожу отсюда нафиг. Что-то, знаешь, вот как-то я до этого момента не задумывался, но я сейчас понимаю, что вокруг меня темнота, и что-то как-то реально стрёмненько. Так. А что тебе в подвале-то надо делать? Я не знаю, я сходил туда и типа такой проверил, что там, там нет ни хрена. Я ушел оттуда нафиг. Включил. А, все, выключил воду. Я же говорил, это просто вода. О, все, свет можно включить, зашибись. А, на фигуру никакой нет, естественно, в зеркале. Я не удивлен. Вряд ли не это отражаешься в зеркале, ну, наверное, я тоже вампир. Подумал. Мне кажется, вряд ли это намек на то, что я вампир или призрак или еще что-то. Компания протеза Ахиллеса. Один протез голени. Как можно было ошибиться с длиной? Окей. Ну, закроем крышечку. Так. Ну, пока лайт, короче, вообще. Че это? Ага, бинты. Ну, окей, окровавленные бинты, и что такого? Ну, бывает, порезался человек. Ну, да. Так, как же все-таки тут приседать-то? Или тут не надо приседать? Крысиный яд? Норм. Что-то скрипнуло. Ну, это просто... А, это просто дверь скрипучая. Какие-то травы висят. Зря я там крышку унитаза закрыл. Но мне за это придется расплатиться, видимо. Так, тут нет ничего. Столовая, кстати, обалденная. Ну, не столовая, а кухня. Ну да, крутая. Я мне крутила нравится. Такую. Мне нравится вообще, знаешь, когда вот такая вот штука, с которой кастрюли свисают. Да-да-да. Так. Плохое предчувствие у меня. Так, тут утюжок. Все дела, картина. Ну, только сюда. И ничего подобрать нельзя. Ничего. Ага, это кладовая. Свет включил, все. Слушай, а чё, как бы? А куда идти-то дальше? Помидорки всякие. Паприка. Ух, нифига, тут паприки. Орегано, паприка. Ну, в общем, кладовая, да, это понятно. Так, еда, виноградик. Ну, значит, мне не сюда. Ну, все довольно миленько выглядит. Ну да, выглядит все довольно немножко миленько. Немножко запущено, и, но как бы, ну, в целом ничего так. Да, в целом ничего страшного. Там вот была эта цветная капуста, очень похожая на мозг. Какой-то ошейник. Махава Файтер, привет. Язык случайно не прикуси, когда станешь, когда станет стрёмно, я постараюсь. Так. Мне же можно пойти наверх. Во, я пойду наверх. Так. Дверь открылась. Ну, сквозняк. Кстати, может быть. Ноты. Ну, старый дом, сквозняки, да? Это нормально. Вот это тоже было не страшно, на самом деле. Так. Крышка, понимаешь, у пианино закрылась. Или фортепиано. Ну, это было не страшно. Так. Вода или кровище? Непонятненько. Но идти туда почему-то не хочется. Так. Давайте без спойлеров, ребят. Вот здесь вот дверь как-то сама
Что-то я даже не знаю, куда мне пойти, потому что как-то становится стрёмно. Так, все, свет включил, и сразу нормально. Так, что у нас тут? Как свет изменяет обстановку? Да, да, вот насколько свет обстановку меняет. А то его сейчас нет вокруг меня, и как-то обстановочка стрёмненькая. Так. Посмотрим полки, вдруг что-то там есть. О, ну, все, реально, когда, короче, свет врубаешь... Хм, а вот это уже странненько. Картина довольно странненькая. И почему-то мне сейчас не хочется оборачиваться назад. Во всех смыслах. Блин, она реально стрёмная. Так. Не, ну это же известное такое заболевание. Да. Волосатость морды. Ну, она, конечно, не так называется, но я не помню, как это называется. Ну, да, это, да, короче, там генетическое такое... нарушение. Угу. Так, закроем. Так. Мячик упал. Выкатился. Господи ты, боже просто мой! Просто любопытно, каким звуком ты решил себя пугать? Вот это было стрёмно. Ачивка скиталец. Вот это было стрёмно, ребята. Фу. Пойду штаны менять, да. О, да. О, что-то у меня как-то... А, ладошки вспотели. Блин, это было реально стрёмно, ребята. Фу. Ты до сих пор никак не отойдёшь. Да, реально как-то стрёмно, господи. Погремушка какая-то. Может, лучше Overwatch? Нет. Нет. Нет, все должны страдать. Да, о, господи. Не донатьте больше никогда. Да. Я думал, там просто звук. Нет. Сегодня все страшнее. О, какой прекрасный солдатик. Упал со стула. Так, все, так, все, сосредотачиваемся. Вот, блин, вы не представляете, как это было стрёмно. Вообще. Фу, нет, я лучше включу. Ой, какая прекрасная картинка. Так, все. Тебе понравилось, Марин? Отлично было вообще. Отлично, да, придумано? Да, молодец. Ой, ребята, подождите. Ладно, все, продолжаем. Господи, вообще, пипец. Тут тоже дверь какая-то. Закрыта. Кажется, меня теперь уже в игре просто ничего не напугает. Возможно. После такого... Такой стресс, такой стресс. Да, блин, реально, это было очень стрёмно. Я ж тебе предлагала это успокоительным закинуться перед началом. Но... Работал всю ночь, не будить. Не, вот это уже не страшно. Больше не разверну этот стрим на полный экран. Слабак. Ну то, что граммофон заиграл, ну окей. Окей, вообще, не страшно. Вот то, что на кровати что-то может быть, нет. На кровати тоже ничего нет. Труп шлюхи. Примерно. Да. Ну, тут ничего нет.
Прости, не смог заснуть. Нога снова расшалилась. Думал немного поработать. Я тебя люблю. Нет, Рунтик, я все продумал. Чтобы не было очень часто, я специально поставил там высокий минимум. Потому что не должно быть часто. Иначе я перестану бояться, сами подумайте. А так. Вот так. Вот это неплохо было. Ну, короче, я скорее просто испугался неожиданного звука. Маша, какой нафиг сюжет? Ты чё? Тут и без сюжета все страшно. Записочки, сюжет. Не, этот стрим не будет записан никогда. Ну, то есть, будет запись на Твиче традиционно. Так, закрыто. Стопы, а куда ж мне идти-то тогда? Так. Ну, пойдем искать. Страшно. Не. Нет? Не. Нет, я записи стримов не удаляю, их Twitch сам удаляет. Так, ну мне, очевидно, нужно найти ключ, наверное, от какой-то из дверей. Но я пока не знаю, где он. О, правдивая история, стоящая за картиной Дориан Грей. Так, что тут у нас? Ничего. Тут... портрет Дориана Грея. Да. Отличная книга. Фильм мне не очень понравился. А, да, кстати, ну я вот сюда и вернулся, в эту комнату. Актер там симпотный, конечно, но фильм так себе. Дорога донат. Мало страхов. Все плохо. Больше страхов. Нужно построить аккурат для донатеров страха. Нужно больше золота. Слава Капе. Да будет жить вечно владыка ужаса. Героям нужно умирать. А вот сообщения нужны было. Длине. Ну, момент не самый лучший, но все равно как-то слава бонзай цевой короне. Энтеро тассаде. Я Этерой. О, господи. Ой, какая прелесть. Мать господня. О, зашибись вообще. Так, ключик посверкал. Нет, Марина не смотрела 50 оттенков и не читала. Прости, я все за тебя улажу. Кровавая красная шапочка. Только ты, давай сделаем этот день особенным, ты обещал. Вот такой вариант красной шапочки я прочитала. Кроваво-красный. Волк убивает и съедает шапочку. Так, теперь ищем, от какой двери этот ключ. Нет, а ты... Так. И нет, а ты... Стрим запишут на ВХС кассету, да. Короче, эта кассета будет убивать. А тут везде какие-то прелестные картины. Так вот, если посмотреть. Так. Вот тут, по-моему, где-то еще была внизу закрытая дверь. Да блин, просто скрипучая дверь. Просто скрипучая дверь. Стальной трос перекусить пятой точкой. Да уж. Так, нет, стоп, мне не сюда. А, я вспомнил, где тут была закрыта дверь. Эта скрипучая дверь меня выбешивает. А, кстати, а выйти отсюда можно? Знаешь, выйти и уйти. Нет, хрен. Я думаю, тебя не выпустят оттуда. Да уж.
О. Триумф художника. Открытие галереи изумляет критиков. Одни зовут его новым Караваджо, другие сравнивают с Ван Эйком, а один восторженный критик, пожелавший остаться неизвестным, зашел так далеко, что воззвал к духу великого Леонардо и так далее. О. Так. Ну, часы бьют, чё. Get it right this time. В этот раз сделай все правильно. Так. А внутри красочки, кисточки. Стрёмненькое местечко какое-то. Ну, это обиталище художника. Ну, они да. Все немного двинутые. Каждый по-своему. Прекрасен. Такой паркет, такой пол запачкал, испортил, паразит. Мне осточертело общаться через записки. Мы живем в одном доме, в конце концов. Как закончишь, приди и поговори со мной до того, как ляжешь спать. Окей. Да уж, вдруг как в сказке скрипнула дверь, да. Сплошные краски, кисточки и бумага. Да, да, да. Сундуки. В сундуках бутылки. С цветными пробками. Шкафчик закрыт. Есть еще сундук. И в нем что, куча кистей? Куча кистей. Действительно, куча кистей. Хорошо обыгрывается правило «никогда не оборачивайся». Вот я, блин, короче, этого-то и стремаюсь на самом деле. Вот это вот «никогда не оборачивайся». Так, вот чувствую, сейчас будет вот это «никогда не оборачивайся». Скрыто не без причины, ачивмент. Окей. Потерянным ты это заслужил. Закончи ее. Чувствую, сейчас начнется. Так, а что надо делать-то? Рисовать, что ли? Опять прошел по осколкам. Давай, надевай берет, кисточки в руки, краски и малюй. Я бы с удовольствием, но, блин, тут нельзя вроде. Лем, обернись. Да, я попытался. Нет, ничего. Бутылки тоже наберутся. Я, главное, из комнаты-то я боюсь выходить так-то. Знаешь, так выше с комнаты, а там да, уже какое-то веселье. Блин, стрёмное место. Да господи, осколки эти. Ну, я, походу, ничего не могу сделать. А я думала, будем рисовать. Да чё-то как-то нет. Ну ладно, выходим. Да я прочитал, что тут написано. В этот раз сделай все как надо. Прочитал же. О, блин, и сразу музыка саспенс нагоняет. Подожди. Ну так это же хоррор. Так и должно быть. Я что, в другом месте, что ли? Ё-моё, по-моему, я вышел в другом месте. И вот
Ой, ё-моё, и одна единственная... Коридор и одна долбаная единственная дверь. Блин, она закрылась за мной. Можно я встану в угол просто и все? Нет, нельзя. Это стрёмно, Марина. Ну, так для этого мы и здесь. Так, ладно, за занавеской ничего нет. По крайней мере, пока. О, господи, вне досягаемости. Надпись на стене. Так, и чё? А, ну зашибись, я сейчас должен выйти через ту же дверь. Темно, мать моя женщина. Ну кто ж так делает-то? В щелочку посмотрим. Стоп, свет можно включить. Мне даже говорить ничего не хочется. Да и не надо ничего. Обошлось. Вроде бы. Привет, Сириосом. Ходишь по кругу. Спасибо, блин. Женщина играет на пианине. Фортепиано. И на ней тоже, да. Блин, такая стрёмная дверь в темноте. И закрылась. Зашибись, спасибо. Все для вас. Свет, дайте мне свет включить. На новый стул, да пока не надо. Приглашение. Имею честь пригласить вас отпраздновать их свадьбу в субботу 9 июня в часовне Святого Луки в 2 часа дня. Ну все, вроде нормально все. Ну вот там вообще стрёмно. Код какой-то. 666? Попробуем. Хрен, ну ладно. Так, что может указывать на код? Давай подбором. Да нет, слишком много комбинаций. О, свет включили. И картины потекли. 5-4-8. Привет, Мишка Гризли. Мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет, но я все равно это сделаю. Прошлое сдерживает. Одна только мысль, что что-то у меня. Батарейка. Батарейка скоро сдохнет, ребята. Давайте я подзаряжу телефон. Потому что будет как-то стрёмно. Поэтому пока без подсветки какое-то время. Но я нашел колечко. А без подсветки, красивее. Знаешь, как-то даже стремнее без подсветки, потому что хотя бы она свет создавала. Никогда не забывай. А вот двери, по-моему, тут не было. Кресло-качалка.
веселая ОА. Будьте прокляты. Ты прокралась в мою мастерскую опять. Последний раз говорю, тебе нельзя заходить в эту комнату, даже если дверь открыта. Я это запретил. Это твое последнее предупреждение. В следующий раз тебе придется искать новую работу. Че ты смеешься там сидишь? С тебя смеюсь. Не надо с меня смеяться. Влад, привет. Влад, куча цифр. О, это либо помидорка, либо фалафель. Я пытаюсь как-то разбавить просто. Веселую атмосферу. Да. Господи. Что-то как-то стрёмно. Где позади меня кто-то стоит? Какого хрена? Нет там никого. Нет, Марина звуки доната слышит, не слышит. Только картинку видит. Нет, я тихонько веселую. Слышу, я тихонько включила звук на стриме. Вот. Раскрутить глобус всегда прикольно. Тут же должен быть свет, да, где-то? Ни хрена нету света. Марина там своим микрофоном саспенс создает. Я думала, ты испугаешься. Ты специально это делала, что ли? Да, конечно. Будь ты проклята. Мне кажется, мне в комнате кто-то есть. Чё ты такие вещи обидные говоришь? Мать моя женщина. Окей. Такое лицо было, боже мой. Окей. Я не хочу оборачиваться. Это же просто игра. Господи. Мыши в пыли. Даже в моих легких... Грязь от уродливых грызунов. Ее время. Короче, пошло на все нахрен. Иду на свет. Свет. Блин. Как-то стрёмно. После этого парень решил больше не играть. Я бы тоже, блин, не стал. Любовь моя, пусть ты еще не родился, я уже чувствую, что ты рядом. Пошло все нахрен. Если мне кажется, если я буду это читать, мне будет только хуже. Пипец какой-то. Что за дом? Окей. Карзи, привет. Молодец, что зафолвил это немного, разбавило нависшую паузу. Так. Факел. Ни хрена не факел, рычаг. Что он сделал? Зачем я нажал? А, потайная дверь. Ни хрена не окей. Где? Опять там. Максидерс, привет. Кажется, я здесь уже был. В этом месте. Да, я был тут. Привет. Ягерь Егор. Ягерь Егор, может быть. Не знаю. Ладно, ну, у меня особо нет вариантов. И плазма рыба, привет. Хочется чихнуть, но страшно. Я уже думал еще
Ну, зашибись вообще. Вот это красота. Я еще по поводу первой картины думал, что ее глаза следят за мной. Слушай, они реально следят. Ну не, мне просто кажется. Uptown Bicycle Beat, блин. У вас что, соревнования, что ли, по сложным никам? Ну вот, опять, блин, это. Снова я выхожу не туда, откуда пришел. Ягер. Нет, ну обычно, когда используют ягер, то это немецкий подразумевает. Ладно, давайте не будем об этом. У меня тут других проблем хватает. И не хочу оборачиваться. Очень стрёмные картины. Живопись — глубочайшая ложь. Повернись слегка налево. Так, так. Блин, и там темнота. И позади хреново, что делать-то? Как-то стрёмно. У меня голова болеть начинает. Я уже не очень хочу заходить в очередную комнату. Меня не покидает ощущение того, что я хочу, чтобы в руках персонажа была пушка, из которой я смогу стрелять. Нет уж, это было бы слишком просто. Статуэтка. Опять крысы. Пищащие поджигатели, эхо криков. Они ни перед чем не остановятся. Я так просто не сдамся. Хотел бы жить в таком домике? Нет. Крыса забежала в камин, что ли? Если пытаться вернуться. Я не хочу пытаться, блин, возвращаться в предыдущую комнату. Иди ты нафиг. Крыса реально в камин забежала. И она там сгорела, мне кажется. Да. Мне хочется начинать ругаться уже. Я не буду оборачиваться. Нафиг. А, твою мать! Я знал, что там что-то будет. Какого хрена на меня напала мебель? Или что это было вообще? О, господи. Ты уже видела это, Марина? Да, конечно. Это стрёмно, скажу я тебе. Так, ну приседать тут нельзя. Так, ага, и значит назад мне тоже в ту дверь, да? Мать ваша. Ну да, конечно, другая комната. Закрыто. Сквозняки. Ну это просто сквозняки. Чё? Баба плачет.
хочу туда заходить. Там закрыто. Слава богу! Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Не, я рад, что там закрыто, честное слово. На картину как-то смотреть больше не хочется. Право или лево? Ну что-то мне подсказывает, что и там хреново. Ну, как правило. Я направо пойду. Закрыто. Зашибись. Тебя сзади Марина пишет. Саппорт Фолк, привет. Чё там, стрим еще не пора заканчивать? Нет еще. Да вот ты даже час не отстримил. Привет, Миша Ок. Свет. Можно включить? Ага, дверь сразу закрылась, конечно же. Мы в кладовой опять какой-то. Так. Все, собрался. Что-то случится, я знаю. Случится какая-то хрень. Да блин, знаю, что случится какая-то хрень. Так, чтобы губу не прикусить. Мать вашу. Какое нахрен полное прохождение? Просто осколки. Чесночок. Ну так, конечно, ты закрылась дверца. Вот, короче, сейчас очень саспенс сейчас был в этой кладовой. А, о, я там был. Снова на кухонку попали. Ага. Но теперь-то мы пойдем, наверное, не в кладовку. Да, баба плакать перестала, это верно. Так, кладовочка закрыта. Может, тебе надо в камин зайти? В печку залезть. Да ну нафиг. Господи, что творится-то? Я как в Госбастерс оказался. Твою мать, кто-то стучится в дверь. Вот это было уже не страшно. Передержали. Заносить никто не хочет, да? Господи, дверь открылась. А заходить-то не хочется. Так, чё? Свет можно включить как-то? Okay. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. Необычный холст. I had to find это a что, knife. Кожа? Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Я нашел кусочек кожи. Уйти отсюда. Мне тонко намекают на эту дверь. Зашибись. Комната с холстом. Угу.
Это мои достижения своего рода, судя по всему. Ага, видимо, игра разделена на главы. Я прошел первую главу, но был недостаточно внимателен. Какие-то прекрасные фламинго, я считаю. Ни разу не страшно. Ни разу не страшные прекрасные фламинги. Прекрасные фламинги просто. Они кожаные какие-то, мясные. Да, нормально. Художник так видит. Дыши глубоко. О, кстати, спасибо, вот реально сейчас поможет. Дыши глубоко, помни, ты профессионал. Всего несколько первых мазков, потом можешь напиться в стельку. Что в этом сложного? Нечего напиваться. Ладно, пойдем. Вообще, короче, это лайт, я думал, будет жестче. Музыка, конечно, саспенс, но... Ой, простите, что-то вообще не страшно. А, дверь надо закрыть, да. Да. Страшный коридор. Ну, типа страшный коридор. Успокаивай себя. Ах ты, будь ты проклята. Лифт хорошим, да пока норм все. Закрыто. 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 Закрыто? Везде закрыто. Вот это уже стрёмно. Где-то ключ, может? Мне кажется, тебе надо вскрыть вены и начертить пентаграмму, чтобы открыть. Твою мать! Не смей останавливаться. Простите. Жуть. Нет, второй раз, ну честно говоря, дрожь пробежала, но второй раз было уже не так круто. О, боже мой, тут свет-то есть вообще? Господи, зачем я сюда зашел? Ключик нашел, ладно. Ну что такое, откройся дверца. Ну что ты не хочешь открываться дверца? Молодцы, ребята, молодцы. Хороший момент, это правда. Правда. Ой. Я что-то... О, господи. Может, сегодня стрим покороче, а? Нет. Я вышел не в том месте. Все пришли на двухчасовой. Блин. Значит, будет два часа. Я же просто, я не знаю, что со мной случится. Да ничего с тобой не случится. Две части по Лерс Эфир будет. Да какую одну бы пережить? Надо было, мне кажется, собирать, короче, не на новые штаны, а на курс лечения у психиатра. Есть такое ощущение, что Марить проспорил. Если бы... Не верите, он сделал это добровольно. Да, я думал, это будет весело. Мне весело.
Тебе-то, конечно. Ребятам тоже зашибись. Господи, у меня что это? Извините, глаз слезится. Я не знаю, ты может... просто не умеешь веселиться. Наверняка. Drum and Bass, привет тебе. Господи, я уже реально просто... Короче, ну просто... Вот-вот просто... Уже как-то стрёмно. 2 часа кирпичного произвола, блин. Нет, наверх я пока не пойду, как-то и так, блин. Хреново. Что такое? Не хочу открывать эту дверь. Я, блин, не хочу открывать эту дверь. За ней какой-то стрёмный звук. Я могу наверх пойти. Открыть. Фу, она закрыта. Слава богу! Но это ненадолго. Господи. Не хочу туда идти. Горит? Что творится вообще? Господи, дверь какая-то. Не хочу туда заходить. Прячься в шкаф. Я бы, блин, спрятался. Короче, я бы просто спрятался и умер реально. Ну, блин, нельзя. Они еще угорают надо мной в чатике там. Подлецы. Будьте вы прокляты, молодцы, короче. Ребят, реально. Молодцы. Особенно будьте прокляты те, кто донатит. Че это такое вообще? Кукла, которая рассыпается в какую-то хрень. Чё ты угораешь там? Нифига не смешно. Нифига не смешно. Да вообще боржака. Привет, SDD74. Я уже любого звука боюсь просто. Сыкот на пипец. А, просто крыса. Это лайт. Вообще не страшно. Господи. Пошли все нахрен. С этим предупреждением. Ага. Замуровано. Ну и зашибись. Так. Вот видишь, тебе пишут, что ты просто юмора не понимаешь. Весело всем. Вы такие все веселые, блин. Просто пипец вообще, оборжаться можно. Тихо, тихо. Ладно, ладно, всё. Мы тут все ради этого собрались. Конечно. Я один всех развлекаю тут. Ценой своих нервов. По-моему, я тут был. Нет, наверное, не был. Не, ребят, вы меня на это не разведете. На чё? Я не хочу уже читать просто чатик. Так, когда Марина будет проходить хоррор? О, да. Я бы поржал. Нет, я бы сам задонатил. Серьезно, я бы сам, короче, задонатил, если бы Марина в хоррор какой-то играла. Просто чтобы поржать. Вот серьезно, отвечаю. Да не, ну правда. Я понимаю, что это. Что это вообще такое? Пошло, ну все. Так. Линия. Господи. Реально хочется, чтобы дробовик в руках был.
чтобы хоть какая-то там уверенность в безопасности была. Иллюзия безопасности. Я думаю, дробовик тебе не поможет против того, что здесь творится. Теперь-то что случилось? Вроде бы я не упал никуда. А, это олень упал. Тут вообще пипец, полная разруха случилась. На самом деле, мне кажется, что это творится не вокруг тебя, а внутри тебя. Вообще пофиг. Что ты сбрендил просто. Возможно. Знаешь, художник, сумасшествие — это вещи, которые стоят рядом. Идут рука об руку. Фу, слава богу, блин, дверь, из которой исходят странные звуки, короче, и она закрыта. Я, меня сразу, короче, просто... короче, мне сразу как-то спокойно становится, когда эта дверь закрыта. Скажи мне, когда последний раз ты кричал, как маленькая девочка? Не знаю, когда был маленькой девочкой, видимо. Я не знаю, я, у меня такое ощущение, что вот еще чуть-чуть, и я готов буду здесь просто заорать на очередном донате, потому что я уже что-то расшатанный какой-то. Просто, короче, заорать реально. Я всех соседей подыму. Фу. Ну все, вот тут случится какая-то хрень, отвечаю, потому что дверь закрылась позади меня. Ну что, к зеркалу надо подойти, наверное. Ну, тут я уже знаю, что что-то случится. Ой, я, да, я зашел в зеркало. Да. Естественно. А, пипец. А с другой стороны зеркала творится какая-то... Это необратимо. Это необратимо. Заходить мне туда не хочется. А дверь тут есть? Это необратимо. Короче, что-то плохое случилось. Нервы уже не те, да. Так возраст. На дробовик. Нельзя так делать. Я слышу такую собачку. Понимаешь? Просто собачку. Ох, мать вашу. Прям как надо вообще отвечаю, да. О, господи, ребята, я ненавижу вас. В данном контексте значит, что он вас любит. Что-то я не хочу туда дальше идти, там собака становится просто пипец какой-то бешеный. Смотри, мы штаны купили. Да, блин, они мне реально понадобятся. О, господи. У меня реально такое ощущение, что я сейчас шаг сделаю, собака вылетит. Все погорело, псинка. В первый раз вижу, донат, чуть не обосрался. О, господи, ребята, это просто, я не знаю, что вы со мной творите, блин. Я, мне кажется, правильно выбрал реально цель доната. Новые штаны — это действительно то, что мне сейчас нужно больше всего. Стрим с примеркой штанов не будет никогда вообще. Я не знаю, завяжу, наверное, нахрен со всей этой фигней. Как же это вот перед зеркалом там крутиться под песню I'm sexy and I know it. Да уж. Если у меня сердце выдержит, короче, ребят, если я во время этого стрима нахрен сдохну, то вы будете виноваты, потому что я уже чувствую, что что-то не так. Я вот сейчас вообще серьезно. Я дышать боюсь глубоко. Я иду такой потихоньку, три шага сделаю, короче, и вдыхаю. Чуть-чуть. Что такое? Что там за... Вообще не страшно.
Я ничего не буду говорить. Я просто буду молча ходить. Нет уж. Я боюсь у тебя. Закрыто. Иди давай. Слава богу. Да я иду. На валидол. На новопассит. Курс валерьяны. Нет, знаешь, котикотерапия. Котикотерапия, да. О, что за красота на стенах висит. Блин. Играл в Хардстоун, что пропустил? Ты столько всего пропустил, друг. Ну, зашибись. И чё? А сзади-то... Ох, матерь божья. Окей. Ух, твою мать! Ой, простите. Это просто крыса. Крыса-агорафобы, это не страшно. Что это такое? Это расплавленное нахрен кресло вот это вот. Я не пойду туда. Я пойду в какую-нибудь другую дверь. Так, подожди, а почему у меня такое ощущение, что какую бы дверь я не открыл, я попаду в одно и то же место? Да! Охренеть! Стена просто, короче, она не перестает строиться, реально. Малиновые идут коричневые, надо покупать малиновые. Ладно, извините, все. Профессионализм. Да ну нафиг. Я опять пойду направо. Пошло оно все нахрен. Закроется дверь? Конечно, закроется. Ну ладно, пока не страшно. Да кому я вру? Страшно до хрена. Так, все, я не смотрю в чатик, они наверняка меня троллят. Нет, все тебя поддерживают. Спасибо. Я не буду оборачиваться. Ну, одним глазком. Вроде все в порядке. Господи, зачем я вообще на это пошел, а? У меня губы не дергаются? Мне показалось, что да дергаются. Вроде бы нет. Нервный тик, думаешь? Да стрёмно, блин. Чё за дымлённость? Нет, нормально. Всё, это у меня просто в глазах, наверное, помутнение уже. Дверь закрылась. Ну, это не страшно, это просто сквозняк. Так, ладно. Ну, закрыл. Зашибись. Ну хорошо, значит я пойду в ту дверь, которая закрылась сама. Ну это наверняка сквозняк. Теперь она открылась сама. Ну это же сквозняк. На столике что-то сверкает. Марина отвалилась. Знаете, в другой ситуации я бы воспринял это нормально, но тут, блин, это как-то стрёмно. Ты здесь? Да. Слава богу. Ну что такое? Ну какого хрена? Ну что тут творится-то? Это кто-то в дверь? Это кто-то пытается дверь открыть? Охренеть, все покрывается плесенью. Прямо на глазах. Я сяду в угол и умру. Не умирай. Так, ну подожди. Кто-то стучится, но дверь закрыта. А ключ у меня. Охренеть, и что, вы думаете, я открою, что ли, ее? Вот, свет включил. Сразу как-то спокойнее стало, ты знаешь? Ну это гости пришли. Соседи пришли тебя спасти. Маще тук, привет. Утром нашла его склад пустых бутылок. Мне нехорошо. Я знаю, что ему нелегко, но черт возьми, он должен все прекрасно понимать. Когда дома маленький ребенок, это просто верх безответственности. В общем, он художник, алкоголик, с женой и маленьким ребенком. Угу. Прекрасно. И у него явные нелады с психикой.
Так же, как у меня. Теперь. Не, мне кажется, у него похуже. Охренеть, ты посмотри, это кто-то либо вылез из долбанной картины, либо залез в долбанную картину. Это странно. Все нормально. Ой, да нормально. Шоу must go. Давай в Overwatch. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Мне кажется, эти следы краски — это на самом деле не краска, а кровь. Да пошло уже все. Может, реально в Overwatch, а? Нет. Вот серьезно, человек предложил, который меня только что напугал просто до глубины моего темного-темного сердца. Подожди, так. Что-то у меня руки немного трясутся. Неплохой момент, кстати. Так, ой, подождите. Ладошки вспотели просто. Пипец какой-то. У меня ключ от закрытой двери, и мне кажется, я знаю, где эта дверь. Там светло. Фу, слава богу. Еще 45 минут, подожди. Декада, спасибо тебе, что зафоловил, правда. Вот знаешь, такой момент, когда реально не хочется играть. Мне почему-то хочется ругаться. Серьезно. Ругайся, не сдерживайся. Нет, я не буду, это репутация. А, ну да, это же я ругаюсь. Да. У меня репутация, понимаешь? Человек, который не ругается. Я удержусь. Я пытаюсь, короче, буду держаться сколько смогу. О, господи, сорочки, просто сорочки. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Да пошла она, эта скрипочка. Что такое? Ну какого? Чё такое? Фу, всё. Сергей Чубурин, привет. Граммофон заиграет? Мне кажется, заиграет в какой-то момент. Ага, все, сейчас поставим пластинку, и что-то плохое случится, я умру. Не понял, ну ладно. Серьезно, выключить микрофон и проругаться, кстати, это вариант. Долбаная плесень опять на стене. Купи терапевтических обнимашек после стрима. Включил микрофон обратно. Мне нужно было это. О, господи. Спасибо за эту идею. Серьезно. О, господи. Так, да. О, так. О. Все, продолжаем. Какая-то чушня случилась. Мать вашу. Я вас всех ненавижу. Тех, кто донатит. Вот серьезно. О, протез, да. Ужасно. Воры протезов, ненасытные твари. Я не позволю себе новый. Почему именно ногу? Песню задом наперед. Крысы сожрали ногу? Не знаю, наверное. Песню задом наперед включил. Давайте попробуем еще раз. В какую сторону выкрутить? Мне кажется, она сама так включается. Так. Что-то я переключаю, я не понимаю, что. А я не могу, я в любую сторону, короче, я просто мышкой двигаю. Во! И что, сейчас все выправится?
stumbling here and there, stumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, и все нормально сразу стало. Боже мой, вот это радость-то, а. Вот, зашибись, все выправилось, все отлично, окей, вообще круто. Прекрасно, жизнь. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't человек предполагает, строит предположение о том, что я говорил, да? Никто никогда не узнает, ребята. Так, а если мне сейчас, короче, твистануть весь мир и выйти через твистанутую дверь? Думаешь? Я не знаю, давай пытаемся. Это был бы неплохой вариант, я думаю. Да, давай пытаемся. Если там дверь вообще будет. Так, все твистится. Все очень плохо. Блин, я это уже видел, но мне все равно стрёмно, вот отвечаю. Нет, твистануть двери нет. Ну подожди, может быть, внутри твистанутого шкафа что-то? Нет, нету. Нет, ничего, ладно. Видимо, нужна все-таки нормальная песня. Так, давай. Ой, возможность отдышаться для меня, на самом деле. Серьезно, я так... у меня постоянное ощущение того, что мне, короче, вот, нужно отдышаться, потому что дико стрёмно. Ага. Еще одну главу прошел, судя по всему. Не могу тебя видеть в таком состоянии. Ты же болен. Ты потеешь и дрожишь всю ночь. Это про меня, блин! Теперь посмотри, к чему это тебя привело. Заперся в мастерской, как и всегда. Прекрати нести эту чушь об измученном художнике. Измученном нарзаном. Ну, это, типа, наш прогресс. Так, что это там такое случилось-то? Сначала искал холст, необычный холст. И надо было найти нож. Не тот, который мы решили. Ну, это, собственно, то, что вот мы нашли этот кусок. Ага, понятно. Это какие-то вехи, которые будут открываться сами. Ну, что мы дальше нарисуем? Ну, тут я тоже не вижу ничего страшного. Ну, как бы... Ну, болото какое-то, возможно. Плесень красная, почему бы нет? Ну, пока красная ничего плесень? Страшного. Да, красная плесень. Мне кажется, это человек какой-то на дереве повешенный, ну, такой. Не повешенный, не знаю, расхреначенный. Так, ладно. Ненавижу даже сейчас потерянным одиноким. Ну, видимо, тут постепенно перед нами будет раскрываться это послание. Это треск, короче, постоянно, когда... О! Прекрасная жизнеутверждающая музыка заиграла. Чувствую, что все будет хорошо дальше. Что-то как-то не внушает доверия вот это цепи вот эти вот.
доски вот эти вот. Я потихонечку подойду. Ой. Дверь закрыта. Слава богу, блин. Просто сильный сквозняк. Мужчина изменил. Фортепиано. Единственная нормальная картина. Такая-то неправильная. Мне кажется, та картина, которая единственная нормальная, это Гоголь в молодости. Да хрен бы с ним пошло, но все нахрен вообще. Я просто, короче, пойду вперед и попытаюсь с ума не сойти. И чё? Зашибись. Значит, назад надо идти. Привет, Никитот. Я уже каждого звука боюсь. Просто пипец. Даже когда кто-то фол, я это что-то как-то вздрагиваю. Чего со мной сделали? Я же был здоровый мужик просто в самом расцвете сил. До этого стрима. Что такое, закрыто что ли? Главное, ух ты твою! Нет, все нормально. Ничего, это не очень страшно. Но дрожь что-то пробежала и как-то в ногах до сих пор сохранилась. Ну я, блин, уверен, что тут что-то случится. Да тут постоянно что-то случается. Дом такой. Крыша поехала. Стены потекли. Блин, я не буду оборачиваться. Я не буду оборачиваться. Я обернусь. Так. Пока все плохо. Еще раз. Охренеть. Ёперный театр. Я не хочу туда идти. Сколько? 35 минут осталось? Можно я тут постою 35 минут просто? Нет. Так. Ну просто под ногами что-то. Ну просто перебой с электричеством, ну что ты? Ну бывает, но это жизнь, я понимаю. Господи! Я реально испугался сначала, а потом понял, что это просто кукла долбаная висит. Она не висит, она повешена. И у нее ключ на шее. Господи, она на меня смотрит. Ну, она же кукла, она должна так делать. Еще протянет свои ручки и скажет: мама. Я надеюсь, что нет, я уже ушел оттуда. Где этот ключ использовать? Дайте мне уже, блин, его где-нибудь использовать, я... Что? Я же говорила, что старые куклы, они пугающие. Ой, простите.
Фу. Вдохновленный округ. Что за ачивка-то такая? Мне просто стрёмно от того, что я получил ачивку, ты понимаешь? Потому что я понимаю, что ачивку я получаю за какое-то долбанное действие. Я думаю, какое действие совершил? Что, какое будет... Какая будет реакция у этой долбанной игры на это действие? Сволочи, они даже ачивками пугают. Пошло оно, я в другое место пойду. Вообще в другую сторону пойду. Пошли они нахрен. Какого хрена разветвление? Ой, я не хочу сюда. Ну, давай я тебя за руку подержу. Я бы с удовольствием. Слепые глупцы. Давай, удачи тебе там. Болваны. Пока. Что? Какой пока? Нет, там пошли. А, в туалет? Да. А вот мне не отойти даже. Ну так тебе на новые Небежды. Штаны же собирали. Да. Мне он не нравится. Слово. Привет всем, ребят. Играем в Layers of Fear. И я не знаю, вообще я сдохну, наверное. 30 минут продержалась, говорят. Осталось. Осталось? Да. Ой, блин. Как долго время это тянется, да? Реально, вы не представляете, самый просто долгий стрим. А я, думаете, усну, что ли? Я сижу в долбанной темноте, рядом фурбака, который в любой момент может включиться и напугать меня. Представляешь, назад он сейчас сам страшно. Такой подпрыгивает, переворачивается и включается. Заткнись. И глаза светятся в темноте. Просто, вот просто заткнись. Поиграй со мной. Я и так тут уже реально, я пошевелиться боюсь. Серьезно, я боюсь сделать лишнее движение, потому что, короче, прилетит этот донат, короче, и я просто весь вскочу и заору, как маленькая девочка. Просто библиотека. Все, это просто библиотека. О, господи, вот какого хрена, почему это место такое страшное-то? Ой... Уже 29. Это мне уже 29, а я всякой фигнёй занимаюсь. Нет, Марина не будет вскрикивать. Вскрик. Только за донат. Что это такое? Что за звуки? Это, наверное, просто крысиная ловушка. Да, я тут вообще один, блин, вы представляете, насколько это страшно? Вы ни хрена не представляете, даже если думаете, что это так. Ну что это такое? Что за крысиная ловушка тут трещит? Отвечают, на самом деле ничего страшного. О, все прекрасно. Я лучше закрою рот, потому что вдруг язык прикушу. Что за хрень? Это реально телефон? Я не хочу брать трубку. Это реально телефон.
пошел. Блин, он давит на меня. И взаимодействовать с ним нельзя никак. Чё за коридор сурка? Подожди-ка. Мне кажется, нужно идти в другую сторону. Я пойду в другую сторону. Я всех обману. Без комментариев просто. Только какая-то хрень начинает здесь разговаривать, как вот начинает... Да? Я вас ненавижу просто. Чё дальше? Господи, чё? Какой еще огонь? О, God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Кто это был? Кто последним задонатил? Короче, я его запомню и буду ненавидеть. Нет уж. У меня, наверное, глаз дергается. Ребят, не надо вести обратный отсчет. Орлайн 09. Не надо. Мне и так стрёмно. Кажется, мне сюда. Кажется, мне не сюда. Пошло, ну всё, нахрен, я не пойду туда. Ну там стрёмно же. Restless memories, тревожные воспоминания. Ну, по осколкам мне уже не страшно ходить, я уже неоднократно ходил. Ты чё-то как-то стрёмно. О, господи ты, боже мой, оно куда-то уползло. Дайте просто свет включить, а. Что делать-то? Подождите, мне нужно просто несколько секунд, чтобы прийти в себя. Мне реально что-то хреново. Как у тебя дела, Марина? Наверняка хорошо, да? Отлично. Наверняка у тебя-то отлично. Конечно, у тебя-то чудесно. У тебя-то чудесно, чё? Конечно, что тебе? О, господи, на что? Зачем я на это согласился? Зачем я это придумал? Согласился. О, свет. Ой, что-то, по-моему, я зря включил свет. Ну ладно, чтобы быть честными, предложение было мое. Да? Черт, я тебя ненавижу. Серьезно, это твое предложение? Почему я думал, что мое? Я предложила, а ты сказал, что клево получится. А, да, получилось, зашибись. Крысы опять. Летающие! Это крысакан. Хлопающий ужас. Тихо. Постоянно хлопают крыльями. Едят других крыс, может быть? Да не, нифига не истерика, это лайт. Я уже успокоился. Да точно, крысакан. Даже не надейся, Сириус. Все отлично. Это вообще лайт. Страшный коридор.
фигня. Он опять плачет. Ghostbusters. Тень. Что творится? Опять все плесенью покрывается. Это каждый раз заканчивается хреново. Нет, не покрывается. Каждый раз заканчивается плесенью. Телефон только что засверкал, потому что дозарядился. Пипец, это было стрёмно. Олень. Ну что такого плохого может быть в олене? Все отлично. Это лайт, я думал будет жестче. О! Свет, смотрите, прекрасно. Лифт. Ни разу не страшно. Закрываем дверь. Ни разу вообще не страшно. А вниз можно? О, господи. Опа, я вниз поехал. А можно было вверх? Окей. Ой. Все в порядке? Отлично. Все отлично, Марина. Ты там чайку потом себе завари там с этой, с мятой. Да, я чайку с мятой. Да все прекрасно, чё. Самообладание высочайшее. В любом случае, как ваш адвокат, я должен предостеречь вас от неудобных... Не, я не буду, это... это ломает, блин, настрой! Простите. Хороший момент был выбран, честно. С казинаками чаю. Ой, так, подождите. Да, в мире не хватит ромашкового чая, да. Ой, так, подождите. Да нет, пульс вроде в порядке. Сейчас мама прибежит давление мерить. Если бы. Потом запретит играть в компьютер. Ох, если бы, Марина. Если бы. Я был бы, блин, ладошки вспотели. И главное, ты знаешь, весь этот сволочизм. Без сообщения даже. Будь ты проклят, кто бы ты ни был. Меня одно только радует, знаешь, вот одно единственное меня радует. Пугаюсь, блин, не я один, а все, кто это видит, скорее всего, пугаются, так или иначе. Ну, я надеюсь. Все это светят, сидят в ярко освещенных комнатах с, ну, чайком. Да. Пошли. В комфорте. Мажоры. А ты один сидишь в темноте. Нет, крыса, это не страшно. Крыса, это лайт. Так. Что, я крысу раздавил, что ли? Да и хрен бы с ней. Че это такое? Я в душе, что ли? Не знаю, неважно. Полного прохождения она хочет. Иди ты нафиг, Маша. Вместе с полным прохождением этого. Это же невозможно, ну серьезно, как в это вообще играть? Ванна. Я не хочу туда заходить. Вот, там даже свет погас, какого хрена мне там делать? Ты никогда не мылся при свечах? Когда свет выключают во всем доме. Мылся. Подожди, не до этого сейчас. Что-то как-то... О, красота какая! Кукла утопла. И крыса. Плавающая теперь. Они тихо плывут, засоряют канализацию. Шерсть в воде. Не буду принимать ванну.
включил воду. Мне постоянно хочется сказать фразу «срань господня», но я себя сдерживаю. Ты только что сказал. Ну, это так просто, знаешь, мысли вслух. Но тем не менее. Я просто включу свет. Оп, 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 ни хрена не включилось. Тебе надо было, знаешь, там рядышком с собой новопосит поставить. Новопосит, кто часто пьет, то вообще ничто не волнует. Он зашел в кладовку и чё? Окей, все в порядке. Как тут пройти-то? Так. О, свет. Да какого хрена он не работает тоже второй? Окей, подождите, по-моему, я уже что-то такое видел. Дверь закрыта. Букашеньки. Какого? А, это я внутри кладовки. Свет включаю. Боже ты мой, я не хочу туда идти. Замуровано. Зашибись. Конечно. И третья также. Окей. Все, я не смотрю даже на чатик. Пошло оно все нахрен. Вот я что-то все чувствую, все уже пошло нахрен. И че? Все твистанутое просто на всю башку. Сейчас что-то случится. Вот отвечаю, что-то случится. Но не может это просто так пройти. Долбанная темнота, я не хочу оборачиваться. Ага, обернулся, все в порядке. Окей. В подвал. Отлично. Ой, отлично. Слишком темно тут. Я чувствую, как у меня волосы дыбом встали просто на руках. Серьезно. Я до хрена ощущаю опасность. Это просто животный инстинкт самосохранения. Ты работает. Потихоньку по шашку. Да я так и делаю, блин, тут по-другому-то нельзя. Я боюсь. Блин, ну я чувствую, что мне к тем долбанным часам надо идти, но мне стрёмно. Я лучше тут похожу. Не так страшно. Блин, сволочи звуком давят на меня. Слушай, мне кажется, я точно сейчас с задницей что-нибудь перекусить могу. Висящий кошмар выжидают, жаждут. Шерстистые пиявки, боюсь смотреть вверх. И крысы упали вниз, короче. Я знаю, что они от меня ждут. Они ждут, что я сыграю что-то. А я не хочу. Как гамельнский музыкант. Thank you.
Срань господня. Серьезно, блин, реально борода может посидеть. И что теперь? Окей, все в полной клоаке. Дофига вообще красиво. И что теперь? Окей, нет, ну, да ни хрена не окей, что делать-то? Господи ты боже. По-моему, мне нужно идти назад. Что-то случится же. Куда мне идти-то? Наверное, сюда, на свет. Я пойду на свет. Я просто пойду на свет. Стрим еще не кончился, Марин? Нет, еще. Но уже немного осталось. Оно вам надо вообще? Фу, надо. Свет. Свет! Слава богу, а! Какого хрена закрыто? Какого хрена закрыто? Я чувствую, как у меня ноги дергаются просто. Блин, стрёмно как. Все, я вижу. Я что-то вижу, я пойду туда. Я просто пойду туда, я не буду оборачиваться, я не буду смотреть по сторонам. Я просто пойду вот туда, где что-то светится, блин. Что это? Я должен отрезать кровь из тела. Сначала я потерялся, как. Но потом я срезал его с хендсаг. Боил его. Then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Ну, а чё, нормально. Я нашёл косточку. Нормально, чё. Почему нет? Что там такое? Это же, наверное, какие-то точки интереса подсвечены. Что-то эти точки интереса не очень интересны. А что, мне костью, что ли, дверь открывать? Конец главы, ребята. Что, может, реально на этом завершим? До конца главы? Ну да, вот он, конец главы. Все, ну ладно, я дошел 9 до минут все равно осталось, так что. О, господи. Так и быть. Отпусти. Не, давай я все-таки выйду куда-нибудь, да посмотрю, что там еще. Будем давай. Играть, так будем играть до конца. Ну, в смысле, не до конца игры. Ладно, нарисуем. Что нарисуется? Это Layers of Fear, ребят. Всем привет. Пытаемся играть в Layers. Ну, это вообще не страшно. Я считаю, что это космонавт. Вообще не страшно. Все хорошо. Я считаю, это космонавт. Косточку нашел. Космонавт, думаешь? Это космонавт, конечно. Ничего страшного, это космонавт. Буду играть до конца стрима. Он завершится минут через 10. Все, я решил играть до конца стрима. Я буду играть до конца стрима. Возможно, это нехорошо на мне отразится. Я хочу назад пойти. Я хочу назад пойти. А дверь уже нет, неактивна. Не обращай на нее внимания. Зашибись! Спасибо! Ну, просто женщина, ну что ты? Нахрен я сюда зашел? Какая-то долбанная твистанутая комната. Нахрен я сюда зашел? Переведено с ошибкой не внимание е, а внимание я. Да пошло оно, все, какая разница? Большая? Как ты мог такое сказать? Легко. Вот, прекрасная, замечательная комната. Я просто...
останусь здесь. Я что-то слышу. Безумец. Угу. Да, что-то точно. Это про меня. Что там? Эгоист. Пьяница. Твою мать, кто-то опять ломится. Закрыто, зашибись. О, господи, теперь... Я Скотт. Привет. Где двери-то все? Все, нету. Я не хочу оборачиваться. Мать моя женщина. Я еще раз не хочу оборачиваться. Жутенько, правда? Забыл вдохнуть. Забыл, как дышать? Да, я реально забыл, как дышать. Вот это стрёмно сейчас. Я чувствую, что-то случится. Я, блин, пойду медленно. Ребят, хватит это отсчитывать время. Да, я уже просил не отсчитывать время. Да ну нафиг, что за хрень там? Это просто медведь типа игрушечный, что ли? Я же знаю, что что-то случится. Не шутка, ага. Я знаю, что-то произойдет. Отвечаю, что-то произойдет. Колпачок. Отлично, hey, колпачок. What is that? Wait. Я Скотт. What day is it? Либерхан... Короче, it's Sunday? Привет всем, кто за фоном. You mean I? Oh. Well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work. Счастливого 5-го дня рождения. Развилочка. Опять крыса. Вообще крипово, блин. Опять эта дверь заколоченная. Опять она закрыта. Слава богу, а. Такой обернись, я тут постоянно. Нет, вроде нормально. Сюда. Лампа. Я сейчас зажгу лампу. Все. Господи. Дико стрёмно. В общем, мужик смехнулся. Руководство по семейной жизни. Забил на семью, на ребенка, на жену. Опа, тут все было пропустил иначе. Пропустил день рождения. Тут все было иначе. А потом, какого мне хрена? Кажется, он их всех убил и сжег дом. Возможно. Это моя версия. Крипово. Вообще крипово, Марина. Я никогда так медленно не ходил просто в играх, серьезно. Самое главное, что мне не хочется быстрее ходить. И тут я знаю, что тут что-то случится. Потому что, блин, это было единственное. Что там такое? Я зашел через единственную дверь, я знаю, что тут что-то случится. Господи, да пошло оно все. Ботиночки! Ну прелесть же! Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Мебель просто нарисована на стенах. Отлично. Ну это же прелесть. Ничего страшного в этом нет.
Так, надо не забывать вдыхать периодически. Короче, если кто-то задонатит, я сдохну, но засужу. Я сдохну. Если я сдохну, короче, то я вас засужу. Всех. Блин, нет. Короче, вообще что-то стрёмно. Сердце бьется. Да пошел он, я в другое место пойду. Нет, там еще хуже. Я лучше сюда. Ну и что? Господи. Мне только туда можно идти. Я не пойду туда, я вон направо пойду. Нахрен, плачущая баба какая-то криповая. Чё, Марина, тебе все еще весело? Да. Дофига вообще весело. Под кустом было голубики, что под... Да какого я вообще не хочу ничего читать. А если здесь окажется еще страшнее, чем там? Вот я ухожу оттуда. Знаешь, если ты готов, можно закончить. Нет, я должен уже чего-то добиться. Не знаю, главу может пройти. Надо. Потому что, окей. Ну, я не знаю. Ну, я почему-то чувствую, что... что ну... Тут-то что произойдет? О, карандашики, все прекрасно. Замечательно. Здесь кто-то просто рисовал. Ребенок, наверное. Господи. Ага, зашибись. Я попадаю в ту же комнату, но карандаши еще больше, и стены разрисованы. И сейчас что? В эту же комнату попаду? Я попадаю в эту же комнату. Все в долбанных карандашах. Ну, детенок творческий. Детенок. Карандаши в долбанном воздухе. У меня почему-то глаза устали. О. А сейчас пусто. У меня реально, короче, глаза устали. Я, наверное, это потому, что мне стрёмно. Время остановилось. Окей. Ага. Господи, ух ты. Вот это вообще крепота. Дверь теперь откроется? Лучше бы не открывалась. Фу, самое время вдохнуть. Нет. Что теперь? Подождите, а куда мне идти-то? Это что за покемон вот этот? Собери их всех. О, я не обернусь. Я никогда не обернусь. Я не... Там дверь. Мне надо... Господи.
Я вспомнил, что нужно дышать. А куда идти-то? Куда-то тут только что... Какого? Так. Так, да пошло у нас, и почему я должен идти за этим ребенком? Потому что он тебя ведет. Так тут ничего не меняется, то же самое все. Но он орет громче. Если я сюда пойду? Я не пойду за ребенком. Охренеть. Что-то стрёмно. Как, а что, куда? Опять. Ну ладно, второй раз это уже не так стрёмно. Окей. Okay. По-моему, я слышу плач бабы. Невозможно, меня глючит уже. Просто, ну, кажется, я слышал плач бабы опять. Так. Подождите. О, господи, мне что-то... Я сейчас икать, наверное, начну. Ч-ч-ч-ч-ч. Кажется, я никуда не двигаюсь. Я зациклен. Наверное, это подсказка, что нужно идти в другом направлении. Да. Нужно идти к плачущей бабе. Ой, простите, что я затекла вообще, пипец. Господи, вот это крепота. Ну, сумасшествие, это совсем не весело. Я реально каждый раз оборачиваться боюсь. Что за долбанный алтарь? Что это такое там? Может, ну его нахрен, а? Кто-то плачет. Хотел пройти. Я не могу назад пойти. Я вообще почти не могу двигаться. И чё? Я умер? Где? Так, я понял, кажется, где. Это ничего не меняет, но кажется, я понял, где. Спади, пошло оно все нахрен. Я все это время был здесь, меня глючило. Все, один дохрена здоровенный. Что это такое? Каждый раз что-то плохое происходит. Глюк. Да. Тут что где? Стрёмно-то как?
Вечно забываю, что нужно дышать. Вроде спокойнее стало. О, детская. Блин, что ничего быть хорошего. Более безопасным, чем детская. Вообще ничего хорошего не предвещает, честное слово. Я уже был в ней. Она выглядела иначе. Ножницы? Нет, не ножницы. Я смогу что-то завести, какой-то механизм. А какой? Вот этот, вероятно. Да. Но, блин, я что-то чувствую, что-то произойдет. Так, и что? Случится какая-то хрень, отвечаю. Голова кружится от этой карусельки. Я умом тронусь от этой карусельки. А, до хрена милота. О, зашибись. Господи ты, боже мой, вот это рисунки. Тише, детка, ночь холодна. Нет, 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 звезды гаснут над тобой, скоро все станет. Она все ближе. Мама желала хорошего сна. Не, это лайт. Я думал, будет жестче. Все. Можно выходить. Закрыто. Как открыть? This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Миленько же. Fuck миленько it. Очень. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Так, ну сейчас ты должно открыть путь. Нахрен, иди, я уйду просто отсюда нафиг и все. А, все, уже можно. О! Я прошел главу! Я прошел долбанную главу, Марина! Поздравляю! Так, рисуем и уходим отсюда, это. Нахрен. Так. Что это? Ну, я считаю, что это просто портрет. Это просто портрет. Не страшно. Самый обычный. Да. Это нормально. Это просто кто-то рисовал зомби. Нормально вообще. Да, все, куклами покрылось. Ой, ребята, все. На этом мы завершаем. Всем это спасибо. Мероприятие замечательное. Я пойду снимать подгузник и включать свет. Всем спасибо, было очень стрёмно. Особенно ненавижу всех тех, кто донатил, потому что было очень стрёмно. Вот. Да. Завтра стрим будет, если я переживу эту ночь. Но другой. К этому, вот к этому, я вообще больше не вернусь.
Мне хватило. Ну чё ты? Это, я эту игру больше не запущу, серьезно. Да. Вот так вот. Ладно, ребят, всем спасибо и пока. Пока.